Капитан Барбосса! Поднять паруса мия! Ловите трезубец, кому кидать, кому в лоб кинуть трезубец. Мне. Тогда давайте, выстраивайтесь сюда, кому попаду в лоб, того и трезубец. Касиль Петрович, лови носом, Касиль Петрович, на между глаз. А все, мне кажется, можно там начинать. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию пряток. И знаете что, у нас есть плюсы, у нас есть минусы. Плюс в том, то, что наконец-то... Аляша с Константином не будет строить семью прямо на ролике. Вот это муси-пуси, Аляша, я тебя люблю, Костечка, я тебя тоже люблю. Я, конечно, не шипер, но все же я не могу допустить то, чтобы у нас в ролике два близких друга строили семью. Но ладно, хорошо. И зато сегодня у нас не будет вакханалии, потому что сегодня у нас только 5 человек, которые будут прятаться. Ловим трезубец! Нет, он там застрял. Вилка застряла. Так, так. Пошел. Да, ладно, Мия, держи, все, твое. Давайте кому сделаем печеньку? Так. У кого нет новогоднего настроения? У кого нет новогоднего настроения? У меня. Тот меня. Ищет. Поэтому, Мия, ты первая сказала, что у тебя нет новогоднего настроения. Давай. Мия ищет, поздравляю. Давайте все сюда, Мия ищет. Давай, Мия. Там хама. Ты сама себя поставила. Мать, ты не в ту сторону бежишь, в эту. Сюда нажимай на стикера, давай. Погнали. 30 секунд, чтобы спрятаться от этой утки. Я куда? Карту не знаю, пожалуйста. Ты здесь уже играешь в третий или четвертый раз. Чё ты не знаешь? Ты ныть знаешь, вот что ты знаешь, Костин Петрович. Привет. Так, я не знаю, это есть хорошо или не хорошо. Главная цель у меня это. Хорошо. Это не трогать. Поняла. Отлично. Просто отлично. Хорошо. Эда не трогать, значит, Эда не трогать. В смысле, я тебя буду трогать? Можно я себя сам буду трогать, пока ты меня будешь искать? Не, слишком, это уже я переборщил. Ладно, Мия, я тебя, в принципе, жду. Я тебя жду в одном таком уютненьком, тепленьком, красивеньком местечке. Ну, ты можешь найти сначала монстра. Это не тебе. Да кому что? Пи-пи-пи. Ой, меня чуть ли там не спалили, спалили. Я что-то кушать захотел. Ты кушать захотел? Я не знаю, я что-то вот прям кушать захотел. А, то есть Константин Петрович спалился, он в пицце, и ищите его в пицце. Или нет? Нет, он в холодосе. Монстр нашли. Константин Петрович 100% в холодосе, просто чекайте. А ты где? А я вот там. Ну, еще я попить хочу очень. Вон точно в холодосе. Коктейльчик. Или в холодосе, или в раковине. Костин Петрович. Я хочу очень. Да, возможно. Я не знаю, честно. Я не люблю. Кола вред. Ну я не люблю ее так. Эд, прости. Мия, тоже прости. О, Господи, как? Где он был? Да подожди, ты меня нашла? В живой изгороди. Как? Да. Как ты меня нашла? Ты не заметил, как ты меня ударил. Ты успела меня ударить? Ах ты же Стасик. Вы нашли Константина Петровича и дрить колотить? Да кому он нужен? Мне кажется, давайте его вообще тогда искать не будем в этой сети. Стасик. Я не слышал, чтобы он тут что-то здесь запускал. Да? Да, сейчас был. В наушниках слышала, очень хорошо. То есть, а где он тогда может быть? Мне кажется, в холодосе его точно нет. Знаете? В печке тоже он лежит. В печке? Нет его тут. Она двухэтажная. Да, я знаю. Так, я посмотрите, что там, Косянчик, подсказочку. Там вкусная еда готовится. Он не в печке. Он обманывает нас, Константин Петрович, ты что нас обманываешь? Я в том, что любит меня. В утке? В коте. В
Кофе. Кофе. Я поняла, где это. Ах ты! Мы там прятались с тобой. Ладно, ладно. Все, давайте, давайте, давайте. Ну, все за Костином Петровичем. Поэтому. Мия, подожди меня. Мия, подожди, 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 Мия. На, сейчас я приду. На. Да у меня есть. Подожди, он, то есть, на вот этой всей фигне, да, получается? Он сказал, что я люблю это. Я люблю. У меня десна болит, пощадите меня. Да мы тебя сейчас пощадим, пощадим. Костянчик! Я не знаю. Нет, да вряд ли. Подожди, стой. Мне кажется, он бы так не спалился на самом. Нету его там. Вот эти зеленые штуки, которые как коробочки выглядят, то, там посмотрите, там как? Внутри есть нычка. Нет. Да, в смысле, там... как? Там нет нычки. Залезь сюда, и тут есть нычка. Там есть нычка, да? Как он там вот, называется. Смотри. Ёпрс. Так, у меня есть предположение, где может быть эта жопа. А хотя нет, он не там. Я в жопе. Подожди, кто полетел? Это я полетел, все нормально. Куда? Я на центр полетел. Он, возможно, он в лабиринте, вы не подумали? Я была. Ты была? Ну, точно. Я вам... Ладно, на самом деле я вам скажу чистую правду. Ну. Я где-то ну. в столике. В столике? Там, когда-то пряталась мышь. Так я смотрел, тебя там я нет. Я проверяла там. Кто тебя там? Здесь нет, ты чё обманываешь? Знаете, у него из-за стула может посмотреть. Где он? На стуле посмотрите, может я там. Спустя, может спустя. Я под столом. Да, Константин. Кстати, Петрович. 7, 6. Да где он? 4. А я в пицце был. 3. Да не верю. Вы что, реально в пицце не проверили? Я ж вам сказал с самого начала проверки в пицце. Я тут был. Где ты был? Я в этой пицце был. Как? Да в смысле я умер, кто меня убил? Там две, кстати, нычки в пицце в этой. Подожди, стой, стой. Я вам покажу, где я был. Да нет, не важно, все, вот я понял, подожди, там две нычки, да, стой. Там две нычки. Ладно. А кто ищет? Не, почему Стас. Я ищу? Стасик ищет. Ну я же первая сдохла. Стасик, почему ты уверен, что ты всех сможешь найти? Ладно, ну, Стасик. Тебя давай. Нет, нельзя. А за Мия... алмазик? Мия, да иди ты со своим алмазиком. Я поняла. За золотую морковку. Я знаю, куда вы можете спрятаться. Куда? Так, подожди, Мия. Куда я не смогу допрыгнуть? Кстати, хорошая идея. Куда? Слушай, Мия, иди сюда, иди. Я не успел, Мия, иди сюда. Беги. Давай. Я бегу. Давай, я знаю одну нычку, но я не уверен, сможешь ли там нас найти. Ребят, можно с вами, пожалуйста? Я не спрятался, я не успел. Ну пощадите, идиотика. И чё? Подожди, что... Знаешь, я Какой? Мия, давай, прыгай, Мия! Не-не-не, Мия, мне кажется, ты умрешь, поэтому стой лучше наверху. Мне кажется, она нас тут не сможет найти. Не убегай. Мия, смотри. А, давай. За мной гонится. Тихо, все. Мышка. Мия, иди сюда. Подойди немножечко. Видишь, там кто-то прячется? Видишь, вот там? Посмотри. Активитик, я там кого-то видел. Здорово. Тихо, ты чё палишь, Костя? А, это мышник. Смотри, что у меня есть. Что у тебя есть? Ух ты, дай сюда. Монстр, текай с городу. Они этот, под столом. Стась, они под столом. Мия, нам не жопа. Тут. Мия, иди сюда. Вот так вот нас не заметят. Молодец. Она... А где Мун? Мун, где они были? Монстр, не пали нас, пожалуйста. Пожалуйста. Монстр, пожалуйста, не пали нас. Это очумительная нычка. Мне кажется, здесь еще никто никогда не прятался. Тепло, холодно? В туалетной бумаге, мне кажется. Мы не настолько опустились. А вдруг? Мун, пожалуйста. А, я вас видел. Я вас видел уже. Ты нас не видел, Костя. Эд, блин. Они нас нашли! Сиди тут, они достал. Тихо. Где они, Стасик? Неважно. Это Мустер была? Мия, кто это был? Да, это был Мун. Где они? Нет, нас все мы спрятали. Мун. Ай, ё-моё. Монстр,
не смей, монстр, не смей. Она опять умерла. Подожди, стой, я смотрю наверх. Хорошо. Стой тут. Все. А то Костя она сейчас спалит. Да никто не упадет, все нормально. Монстр, не смей, монстр! Мы печеньки подожди. Мы печеньки дадим тебе, монстр. Так, монстр нас не видит, поэтому... Можно маленькую подсказку? Ты чё ты делал? Что он сделал? Подожди, их же можно сталкивать. Трезубица нас. А их можно сталкивать? Монстр, бедная, монстр. Стасик, где они? Ты не вижу я их. И не надо нас видеть. А чё ты-то молчишь? Пошлите вон они. Нет у нас. Ты чё офигела? На ручке холодильник, что ли? Что? Я не подпрыгнула. Вот хорошо. Я могу Костю бить. Кто? Это кто? Ну, у нас еще почти 2 минуты можно. Нет, у вас 1.5 минуты. Беги. Короче, пока они нас ищут, я быстренько хочу сказать, быстренько скажу, пока ты не смотришь, как мы здесь прячемся, и монстр пытается нас убить уже в 30-й раз. Посмотри видосик, подсказки. Говорю сейчас, же на ручке сейчас, они. Подсказочка надо мной прям сейчас будет, нажимай, пожалуйста, и смотри. Это предыдущая серия была. Где ты нас видел, Костин Петрович? Запусти фейерверк. Я вас видел, реально. Вот, я там чью-то шапку увидел. Чью? Желтенькая. Да чё все умирают-то? Беги, 20 секунд осталось, беги. Нет. Беги за этим. Там ты на месте стоишь. Почему мне так смешно, как они просто прыгают мимо нас? У меня же... Я не попадаю в эту зелёную фигню. 8, 7, 6, 5. Монстр, я тебя так поздравляю, понимаешь? Всю игру все знали, где мы находимся. Все знали, где мы находимся. Ладно, мы идем искать с Мией. Мы идем искать, хорошо. Отойди на 5 минут. На 5 минут. На 5 минут. Костя! Я потом все дам. Я тебе потом дам. Печенье отобрали. Читерить. Все, давайте. Спасибо. Ой, люблю играть. Мун. Чё, ребят, го все вместе. Да. Ага, чтоб почему нас я всех не... вместе. Мне кажется, Мия, это самая лучшая нычка была. Самая лучшая нычка была. Никто нас не смог достать просто банально. Они падали. Я пыталась, но не смогла. Она пыталась. Поднимай. Лучше пытаться, чем ничего не делать. Так. Кто где может быть? Я в лабиринт. Пожалуйста, не надо туда идти. Почему? Надо. Здесь никого не будет. Здесь хотя никого лучше нет. К стульчику не идите, умоляю. К стульчику? Ради бога. Ладно, мы не пойдем к стульчику. То спасибо. Ты хочешь сказать то, что в стульчике кто-то есть, да? Не-не-не-не-не-не. Что? Сейчас будет бомбежка. Какая бомбежка? Подожди, я просто... Почему я вангую то, что Мия сейчас найдет Костина Петровича? Костичка. Кто не так? Где он был? Он реально был в пицце. Он в пицце был до сих пор? Костя, думаешь, второй раз прокатит? Можно реально, пожалуйста, это... Пожаловаться. На всякий случай запикать, хотя YouTube, возможно... Нельзя! Тихо, нет, нельзя. Ладно, подожди, где может быть Стасик? Я видел, где Мун. Я знаю, где Мун. Где? Пошёл нафиг. Короче, там, где я был, она рядом со мной была. Спалишь меня, спалю твоего. Я живу на улице. Смотри, вот на данный момент я живу на улице. Он даже сам говорит, где он живет, чтобы я смог... Да не важно, Костя, никого не интересует. Никого не интересует. Я могу приехать. Я буду говорить. Я в Москве же. Не надо меня видеть, я тебя боюсь. А, здрасте. Ага. Да где? Она в писе была? Нет, она была. Опа! Стасик, привет, Тосик! Как твои дела? Как ты поживай? Как ты думала, я здесь тебя не смогу найти? А где? Где она? Ой. Вот так. Я же говорила, вы будете это кидать. Так я ее нашел. Да вон он кинул. Так я нашел. Ему дали ачивку за то, что он попал. Так я с ней разговаривал секунд 15, я возле нее стоял. Да,
против постоянно батареи. За сколько мы справились? Ой, мы справились примерно за минуту, даже меньше, мне кажется. Да. Еще может быть. Dream Team! Да не, мне кажется, на этом уже можешь закончить. Знаешь почему? Еще потому одно. Что. Да нет. Все делается для того, чтобы следующая серия вышла как можно скорее. Если вы поставите лайкусик и если подпишешься на канал, если, конечно, не ленивая сракотанца, я обещаю то, что сразу же выпущу следующую серию. Поэтому мы будем прощаться. Колокольчик. Точно, спасибо, что напомнил. Колокольчик нужно поставить, чтобы никогда не пропускать новые ролики и стримы. Я тебе скажу огромнейшее спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.